С 21.30 8 марта до 4.15 9 марта позиции азербайджанской армии на условно-азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе подвергались обстрелу 23 раза. Подразделения вооруженных сил Армении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского, Дашкисанского и Гедабейского района. Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Ходжавенском, Лачинском, Ходжалинском направлениях и в направлении города Шуша. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватно ответные меры по всем указанным направлениям. Систематически подвергая обстрелу наши позиции, вооруженные силы Армении провоцируют нашу армию на ответный огонь, тем самым пытаясь сформировать неправильное мнение у представителей гражданской миссии Европейского Союза, действующей на условной границе, а также предпринимают попытки искусственного нагнетания напряженности в регионе. Министерство обороны еще раз заявляет, что вся ответственность за возможные провокации с армянской стороны и, как следствие, людские потери лежит на военно-политическом руководстве официального Еревана.